предыдущей части. Кто не может потревожить костяного владыку без разрешения его советника? Мой господин сейчас в своем мире. Туда дорога закрыта даже таким, как ты, всадник. А ты ему зачем нужен? Как вешалка? Впрочем, есть один способ вернуть его оттуда. Золотая арена. Канал Ратух Джорджии. Представляет. Кое-это было путешествие. В Стве Мертвых есть торговец, говорящий о тайне и тумане. Звонит колокол, трон устремляется в небеса. Смерть не может поговорить с его владыкой. Пора тебе что-нибудь найти.
Я не могу.
Это невозможно. Это невозможно.
Я не могу. Это невозможно.